Ноябрьск написал диктант победы. В этом году акция проводится впервые. Участие в ней приняли более 50 тысяч человек в 20 странах мира. В нашем городе знания об истории Великой Отечественной войны проверяли на базе Музея воинской славы. Экзаменуемым необходимо было ответить на 20 тестовых вопросов. Вспомнить памятные даты, имена полководцев, поэтов, писателей того времени, сюжеты известных военных фильмов. Результаты станут известны 12 июня. Правильные ответы опубликуют на официальном сайте акции. И такие проекты, как «Диктант Победы», это еще один способ освежить в знаниях свои знания о том великом подвиге, который был совершен нашим народом, и о той высокой цене, которая была заплачена на самом деле за эту победу. Тест был несложный, но и нелегкий. То есть, ну, где-то половину вопросов я знала 100%, то есть это были такие общеизвестные факты, такие сведения. Вот. А были вопросы, над которыми нужно было подумать, что-то вспомнить, это связано с датами, описанием великих полководцев.